сказал Островскому, он элита явно не касательно того угла, куда может пробить Мурисиньо. Просто подбодрил, и Островский тащит удар 10-го номера Локомотива. Кристалл побеждает в серии после матчевых пенальти и набирает одно очко. 24 очка теперь у Кристалла. Санкт-Петербургский коллектив остается на четвертом месте. Локомотив на втором с 27. Завтра с 14:30 по Москве. Подключайтесь к нашим прямым трансляциям обязательно.